Этот салат подойдет и для повседневного, и для праздничного стола. Несмотря на всю свою простоту, он получается сочным, вкусным и запоминающимся. Всем любителям печени рекомендую попробовать. Приготовить салат с куриной печенью можно как самостоятельное блюдо в качестве перекуса или как дополнение к горячему. Нежная куриная печень придает салату сытость, тушеная морковь с луком приятную сладость, а соленые огурчики сочность и пикантность. Салат можно заправлять не только майонезом, подойдет для заправки сметана или натуральный йогурт. Украсьте салат свежей зеленью, и он подойдет для любого случая. Берите рецепт на заметку. Печень куриная 350 грамм. Морковь 1-2 штук. Лук 1 штука. Огурцы соленые 3 штуки. Растительное масло 30 мл. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Майонез по вкусу. Количество порций 4-6. Подготовьте все ингредиенты. Печень промойте, залейте водой, посолите и отварите до готовности. Лук нарежьте кубиками. Морковь натрите на терке. Обжарьте овощи до мягкости. Огурцы нарежьте кубиками, отожмите и переложите в глубокую миску. Добавьте готовую куриную печень, нарезанную примерно такими же кубиками. Добавьте сюда же содержимое сковороды. Заправьте салат майонезом, посолите, поперчите и перемешайте. Салат с куриной печенью готов. Можно сразу подавать салат к столу. Приятного аппетита!